Телекомпания СТС «Девятый канал» продолжает кастинг. Сегодня проходит третий тур. Ребята уже продемонстрировали навыки грамотно писать тексты и креативно мыслить. Теперь их ждет другое задание. Им необходимо проявить свои внутренние таланты, возможно, о которых они даже и не подозревали. Оценивают сегодня их человеческие качества, возможность сопереживать и чувствовать, ведь это важно для журналиста. Редакторы, ведущие и корреспонденты телекомпании СТС «Девятый канал», а также педагог по актерскому мастерству и технике речи. Сегодня у нас будет эмоциональный отбор, потому что журналист – это прежде всего человек неравнодушный. Это человек прежде всего заинтересованный. Это человек прежде всего пробивной, потому что журналисты не только освещают проблему, но и помогают ее решать. Поэтому и задания на третий тур были выбраны не случайно. Сначала каждый из участников прошел психологический тренинг, а затем показал себя в команде. Думайте, арбуз какой? Вкусный. Вкусный. Зеленый. Красный. Так. Какой? Спелый. Спелый. Большой. Большой. Командный дух в работе корреспондента очень важен, потому что над созданием телевизионного продукта трудится целая бригада специалистов. Редакторы, режиссеры, журналисты, операторы и монтажеры. Также корреспондент должен обладать и хорошей дикцией. И-э-а-о-у-ы. 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 Выразить свою симпатию одному из участников кастинга наши телезрители могут на сайте www.davichi.ru. Голосование начнется 5 августа с 12 часов дня. А в среду подведут его итоги и 8 самых лучших пригласят на стажировку. Впоследствии они смогут принять участие в создании новых телепроектов.